приветствуем вас в нашем зале детской школы искусств имени Эмилия Алексеевича Балакирева. Сегодня завершил работу первый всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах «Русская палитра». Первый всероссийский конкурс юных исполнителей на народных инструментах «Русская палитра» состоялся 27 и 28 января в детской школе искусств имени Эмилия Алексеевича Балакирева. Цель конкурса – это сохранение и совершенствование традиций исполнительства и пропаганды русских народных инструментов, приобщение детей и юношества к лучшим образцам народной и классической музыки, выявление наиболее одаренных исполнителей и содействие их развитию, а также обмен опытом преподавателей музыкальных школ и повышение их мастерства. Во время конкурса были организованы прослушивания по номинациям «Домра», «Балалайка», «Баян-аккордеон», «Гусли», «Гитара», «Ансамбль народных инструментов». Также приняли участие солисты-исполнители на мандолине, гармонии и клавишных гуслях. Конкурс «Русская палитра» собрал 360 участников из 13 регионов России. Это Москва и Московская область, город Кострома, Петрозаводск, Тула и Тульская область, Екатеринбург, Ярославль, Калуга и Калужская область, город Санкт-Петербург, Казань, Тверская область. Всего 22 города. Жюри конкурса – это выдающиеся деятели страны, именитые педагоги и исполнители на народных инструментах, такие как заслуженный артист Российской Федерации, профессор Российской Академии Музыки имени Гнесина, солист Осиповского оркестра «Сенин», доцент Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных конкурсов Ершова, заслуженный артист Республики Беларусь, профессор Белорусской государственной академии музыки Севрюков, профессор Института музыки имени Шнитке, лауреат всероссийского международных конкурсов Кузнецов. В рамках проведения конкурса был подготовлен и проведен мастер-класс по классу гитары. Для конкурсантов проводилась познавательная и развивающая программа «От варгана до электробаяна». Это выездной музей язычковых музыкальных инструментов известного баяниста Владимира Бутусова. 28 января в Большом зале детской школы искусств имени Балакирева прошла торжественная церемония закрытия. Были вручены награды победителям и состоялся концерт лауреатов первого всероссийского конкурса «Русская палитра». Призы разъехались в различные города России, в различные школы города Москвы. Гран-при удостоен ансамбль «Диковинка» – это детская музыкальная школа номер 4, город Москва. А всего лауреатов в конкурсе 88, дипломантов 84. Надеемся на то, что конкурс наш будет жить, и на будущий год мы проведем второй всероссийский конкурс «Русская палитра». Прекрасный такой конкурс, а уровень достойный международного. И настолько здорово, ребята, таких программ, это бомба. Ура! Спасибо большое!